Здравствуйте, Константин Александр Бабдуров. Здравствуйте, Крис. Я вам спрошу, скажите, пожалуйста, потому что этот интервью это для Европы. Я думаю, что на Западе не так много людей знают, что это евразийство и так далее. И я, конечно, у нас есть несколько вопросов об этом теме. Но скажите, пожалуйста, кто вы? Ну, в первую очередь, да, конечно, нужно себя представить и западной аудитории. Я являюсь федеральным комиссаром Евразийского союза молодежи, молодежного движения, которое существует, в свою очередь, в рамках международного евразийского движения. Это такая структура, центр в Москве, с филиалами в большинстве стран СНГ, Союза независимых государств, бывших республик Советского Союза, и в некоторых других странах мира, в том числе в странах Европы, в некоторых странах Азии. Вот такая вот структура. Если коротко, то можно поговорить о принципах как бы евразийской идеологии, потому что без этого непонятно, что же такое все-таки это евразийское движение. Вот. Ну, в первую очередь стоит сказать об евразийской идеологии, что евразийство – это своеобразная политическая философия, русская политическая философия, которая возникла на самом деле в 20-е годы 20 века. Предыстории, истоки можно искать раньше, в первую очередь в идеях русских мыслителей-славянофилов конца 19 века. В принципе, это очень интересное течение, изучение, мне кажется, интересно в первую очередь для европейцев, потому что и славянофилы, и позднейшие евразийцы оппонировали как раз господствующие тогда в России тенденции считать наше государство, нашу историю, нашу культуру неотъемлемой частью некой общеевропейской истории, культуры и цивилизации. Славянофилы сначала, евразийцы потом, каждый по-разному оппонировали эти точки зрения и утверждали, что на самом деле Россия является специфической цивилизацией, родственной, естественно, европейской, русский народ, естественно, родственен индоевропейским народам, в первую очередь, конечно, народам, населяющим Европу. Но это не отменяет уникальной специфики и уникального пути исторического развития, которое выбрала Россия в первую очередь с принятием православного христианства, затем с вхождением в состав Монгольской империи Чингисхана, затем в результате многовекового собственного особого исторического пути. И таким образом, с точки зрения евразийцев, Россия являлась особой цивилизацией. В чем-то похожей на Европу и на Запад, а в чем-то похожей и на восточные цивилизации. Не на восток, в целом на восточный, в чем-то соприкасаясь как с Западом, так и с Востоком, перенимая определенные их черты и в то же время обладая собственными какими-то уникальными чертами. Вот. Особое, конечно, недовольство евразийцев вызвало не просто Запад как некое понятие, а современный им Запад, современный просвещенческому Западу, они оппонировали довольно жестко, и в этом можно провести некоторые параллели с определенными интеллектуальными движениями того же времени в той же самой Европе. В первую очередь с традиционалистами, с немецкой консервативной революцией, с некоторыми движениями во Франции и в других государствах Европы, в том числе даже восточных. Евразийцы. И, наконец, заканчивая особенности и идеологии евразийцев, о них можно говорить много, но, наверное, одно из принципиальных вещей, которые нужно запомнить, что евразийство – это идеология политического идеализма. То есть на первое место они ставят не материальные ценности, как коммунисты, марксисты, а не экономику, экономическое развитие, как либералы, а некие особые духовные ценности, ну, важных для собственно, такого понятия, как народ, для народа. Для России, соответственно, русского народа и живущих в едином, таком общем доме с ней, других коренных народов России. И комплекс этих ценностей евразийцы считали важным защищать в первую очередь, то есть защищать культуру, самобытность, идентичность народов, ну, они говорили о России, населяющих Россию. Но, в принципе, мне кажется, вот этот принцип защиты, в первую очередь, культуры, идентичности, самобытности, он важен сейчас, вот, в эпоху глобализации, как никогда. Не только для евразийских народов, но и для всех, для народов Европы, они, естественно, с этим сталкиваются, и для других народов земного шара. Ты можешь говорить, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста, в чем именно
евразийство отличается от других идеологий? От других идеологий. Ну, первую очередь, я уже начал, наверное, с этого, что это момент политического идеализма. Угу. Политический идеализм отличает евразийство как от марксизма и марксистского, ну, в принципе, от социалистических идеологий, которые по большей части являются материалистическими по своей сути, так и от либерализма. А с другой стороны, евразийство отличалось жестким антирасизмом с момента своего возникновения. То есть евразийцы в чем прикаливают современную европейскую цивилизацию? Они говорили, что она пытается возвести себя в ранг универсальный, а на самом деле она таковой не является. И, собственно, кажется, Европа во многом из-за вот этого своего универсализма и поплатилась, поскольку, возведя собственную цивилизацию в ранг универсальный, она потеряла то, что составляло самобытность и особость, то есть европейскость этой цивилизации. Сначала она стала универсальной, затем размылась, затем приняла вот эту общечеловеческую либеральную форму. И сейчас даже Европа сталкивается, собственно, вот с диктатурой этих общечеловеческих либеральных форм, которые давят, собственно, на этнические культуры. Вот. Евразийцы же этой тенденции оппонировали. Еще важным, что можно говорить о евразийцах, является сочетание элементов, которые в классической патологии относятся к левой и правой идеологии. То есть, с одной стороны, евразийцы, как и левые, защищали принципы социальной справедливости, говорили о том, что богатство не должно определять статус, в том числе политический статус человека в обществе, защищали некие идеи, защищали человека и принцип труда как нравственный принцип. А с другой стороны, евразийцы защищали и защищают консервативные идеи, то есть идеи иерархии, идеи приоритета духовных ценностей, религиозных, может быть, ценностей над материальными. Поэтому здесь характерно, можно назвать вот принципом евразийства, это левая в кавычках часть в экономике и правая в политике. Евразийцы были правыми в политике, в экономике же они придерживались, ну, схожего, может быть, чем-то социалистом принципа. Вот такое интересное сочетание. Вы говорите о религии сейчас, что религия – это важно. Я сегодня я видел ваше интервью, и я думаю, что я забыл, это вы или господин Дугин, что вы сказали, что я забыл, извините меня, но что религия – это важно. Я думаю, что это господин Дугин, но религия для вас важна? Лично для меня религия важна. Я являюсь православным христианином. Вот. И как православный христианин, я считаю, что религия и вообще в принципе религиозный выбор человека, естественно, является его таким, ну, что ли сказать, личным делом. Нельзя человека заставить обратиться в одну, вторую, третью религию. Но евразийцы, большинство из которых было православными людьми, хотя там были не только русские, например, там был калмык Ржен Харадаван, который был буддистом. Вот. А евразийцы отстаивали принцип религиозности в том, что касается в том числе государственного устройства, поскольку считали, что религиозный человек, религиозную традицию он может выбирать сам, исходя уже из своих предпочтений, и никто не властен в этом человеку. Религиозный человек более соответствует, что ли, евразийской концепции, более религиозный человек важнее, нужнее для государства, чем человек, настроенный безрелигиозно-атеистически. В то же время это не значит, что евразийцы, например, собирались там всех стать людьми религиозными, да, это и невозможно сделать. Но в принципе они отстаивали самое важное, то есть некие идеи духа перед материей. В первую очередь, конечно, для простого человека, для многих, это воплощается в религии. Но это воплощается также и в философии, хотя, конечно, по-другому. И вообще в признании того, что в жизни, кроме неких таких удовлетворений, ну, чисто материальных, потребительских каких-то вещей, есть еще какое-то большее измерение. Человек живет для чего-то большего. Не просто для того, чтобы там, пожить, там, умереть там, и ничего там, не удовлетворить свои обычные потребности. В этом смысле евразийцев можно назвать не сколько религиозным, сколько настроенным, да, какую общую духовную платформу, понимание того, что без духа невозможно существование общества. Общество распадается и превращается в такое месиво, кашу из эгоистических индивидов. Спасибо. Как понимается Евразия?
как единое государство во главе с единой властью, президентом, или как союз независимых государств? Ну, на самом деле, как бы, если говорить о Евразии, то в первую очередь это понимается...